Ребята, всем привет, с вами, как всегда, Витальсон. Я хочу вас попросить, чтобы вы распространили это видео, где только возможно, на всех платформах, во всех соцсетях. Делитесь этим видео со своими друзьями, пусть друзья делятся со своими друзьями. Я хочу, чтобы это видео увидели как можно больше людей. Смысл этого видео в чем? Я буду всем, если что, давать на него ссылку, и чтобы больше письменно не отвечать на такие вопросы. Я достаточно взрослый человек. Мне практически 41 год. Я самодостаточен. Я не конфликтен. Я не люблю ни с кем вступать в какие-то бессмысленные споры, в какую-то бессмысленную полемику. Я считаю, что это ни к чему. Я не воспринимаю негатив. Передо мной вот такая стена энергетическая, о которую разбивается вся негативная энергия, которая поступает в мой адрес. Я воспринимаю только позитив. Негатив, он разбивается передо мной, я его не ощущаю. Так что, если кто-то про меня что-то плохое написал, кто-то что-то сказал, кто-то что-то про меня снял, мне глубоко все равно на это. Потому что мои нервы как стальные канаты. Я утвердился в жизни, я делаю свое дело. И да, всякой там какой-то негативной канители, которая вдруг где-то поступает когда-то в мой адрес, мне в принципе, ну, все равно. Я человек позитивный, я не унываю по жизни, я всем всегда желаю добра, здоровья, удачи, всех жизненных благ. И не только своим друзьям, а особенно недругам, злопыхателям, если такие имеются. В первую очередь я желаю всего самого доброго, всего самого наилучшего. Чтобы все было, ну я не знаю, ну так, как вот вы сами хотите для себя. Вот. И не надо никакого срача разводить. Меня вывести на конфликт, ну это практически невозможно. Я не обращаю внимания на какие-то выпады агрессии вот в мою сторону, вот в соцсетях там особенно, вот иногда вот в комментариях, если кто-то пишет конструктивную критику, я ее очень хорошо воспринимаю, я люблю подискутировать именно по делу, да. Но если какой-то комментарий, там оскорбление или что-то в этом роде, я не вступаю в полемику, вы от меня не дождетесь никакой реакции, никакого ответа. Просто сразу в бан. Вот и все. Мне это не интересно. Я знаю, на Ютубе, да, много есть таких каналов, которые там разводят между друг другом и там какой-то срач льют на друг друга помои, там этим повышая свой рейтинг. Мне это совершенно не интересно. Я живу своей жизнью, я варюсь в своей каше, я не лезу в это ни во что. Мне это не интересно. Конфликты мне никакие не интересны. Не настоящие, не наигранные. Они мне совершенно не интересны. Потому что я знаю, есть конфликты некоторые, они, ну, наиграны, сделаны специально. Но мне это тоже не интересно. Я человек такой, что, знаете как, вот некоторые пишут: «Витальсон, ну ведь обидно, наверное». Нет, нет, мне не обидно. Я же, допустим, не буду обижаться на собаку, которая мне там вслед лает. Ну, лаяла, полаяла, да перестала, да и бог с ней, ради бога. Так что я не знаю, зачем все это, вот к чему, когда некоторые начинают вдруг в комментариях, ну или вообще где-то разводить какую-то помойку. Я смотрю много блогеров тоже. У каждого блогера очень-очень много негатива в комментариях. У каждого блогера есть своя армия хейтеров. Ну, от этого никуда не деться. Некоторые ребята реагируют как-то вот слишком. Вот французский винокур Витали, он вообще удалил свой канал, он не выдержал вот этого негатива, он просто удалил свой канал, он не выдержал этого. Вот.
На меня это все не действует. У меня нервы, как стальные канаты. Мне вот все по барабану, от меня как от стенки горох, вот это все, весь негатив отлетает. Чего я и вам советую? Жить легче. Когда негатив не воспринимаешь, она живется легче, дышится полной грудью, понимаете? Когда у вас устоявшаяся жизненная позиция, вот как у меня, когда у вас есть своя цель, вы не воспринимаете негатив, он не нужен. Он просто отлетает от вас, вы его даже не замечаете. А позитивная энергия, она прилипает, это хорошо, это восполняет, это дает, ну, и душе, и телу это жизненной энергии. Вот. Это прекрасно. Вот. Так что я всем всегда говорю, ребята, давайте жить дружно. Не нужно негатива, не нужно никакого срача вот этого нигде, ни в интернете, ни в жизни. Я ни с кем не ругаюсь. Даже если на меня идет какой-то там, ну, грубо говоря, там наезд, там, допустим, где-то. Да и мне, в принципе, все равно. Как, знаете, передача «Пусть говорят», «Пусть говорят», ради Христа, мне не жалко, «Пусть говорят». Я-то этого не воспринимаю. Вот в чем дело-то. От меня-то это, как горох от стенки отлетает. Я вам, ребят, советую тоже всем, не воспринимайте негатив. Вот у меня огромная армия моих добрых, любимых подписчиков. Я вас всех люблю, всех уважаю. Я также люблю и уважаю тех, которые меня не любят. Я всем желаю вам всего самого доброго, самого наилучшего, всего самого-самого-самого, что ни на есть. Жить надо дружно. У нас же и так хватает гадостей в жизни. Чего еще между собой ссориться? Я не знаю. Опять же про то, что вот если кто-то кому-то там на YouTube не нравится. Ну, к примеру, ну я вот беру себя, да. Ну я же не 100-долларовая бумажка, чтобы нравиться всем. Всем не угодишь ведь. Мне многие тоже блогеры не нравятся. Не только по моей теме, а вообще. Но мне все равно. Вот поет там Моргенштерн. Я не слушаю песню, он мне не нравится. Но я же не хожу к нему, там дизлайки не ставлю, не пишу ему гадости в комментариях. Потому что ему на меня глубоко плевать. Так же, как и мне на него. Ну вот и так же и здесь, я так понимаю. Если я кому-то не нравлюсь, ну зачем вы меня тогда смотрите? Зачем вы там что-то пишете в комментариях? Хотя ваши комментарии и ваши дизлайки отлично индексируются и продвигают видео в YouTube. И это очень хорошо. Вы поймите, что соотношение лайки, дизлайки, YouTube вообще пофиг. Комментарий плохой, он хороший. Главное — массовость для продвижения видоса. Вот в чем дело. Так что своими негативными комментариями и дизлайками вы продвигаете мой контент, вы делаете мне хорошо. Спасибо вам за это, друзья, огромное. А по поводу рекламы, в принципе, то же самое. Я не буду сейчас в рекламную полемику вступать. Это уже все, уже все. Это уже все. Это уже ничего не обсуждается, уже не хочу, уже надоело. Просто те же самые комментарии гневные, типа того, реклама, задолбался рекламой, на канале столько много рекламы. Все это тоже... Мне это все равно. Это моя работа. Я этим зарабатываю. У каждого своя работа. У вас такая, у кого-то такая, у кого-то другая. У меня такая. Все. Это опустили. Так что, друзья мои, давайте жить дружно. Будьте здоровы. Самое главное, будьте здоровы и удачи вам. Вот без удачи оно и здоровье иногда не помогает. Потому что на «Титанике» было ведь много здоровых человек, но им не хватило удачи. Они погибли. Так что здоровье и удача, я считаю, это самое главное. Имейте свою четкую жизненную позицию, имейте цель. Не воспринимайте негатив, воспринимайте только позитивную, положительную энергию. И тогда вам будет счастье, тогда вам станет легче жить, легче дышать. Вы будете счастливы. Я счастлив, чему и вам всем желаю. Все, друзья мои, всем пока. Благодарю вас всех за просмотр. Я всех люблю, всех уважаю. Два пальца вверх. Будь добру. Вот они, побежали. Идите сюда. Идите. Давайте. А? Вот она, колбасня к вам.
Давайте, ешьте, налетайте. Ешьте, ешьте. О, молодцы, рубайте. Рубайте. Дайте вам еще хлебушка. Хлебушек будете? Ешьте, да не бойся. А, вон, косточка еще, держи. Косточку держи. Что, косточку не хочешь? Да ешь, не бойся, ешь. Ешь косточки, ешь. Я отойду, не бойтесь. Ешьте. Ешьте, ешьте. Да вам там всем хватит, что ты злишься. Ешь. Ну, дай второму-то. Дай второму жмот. Ну, какой, а? Хитрый. Ешьте. Ну, глянь, один жрет и все, а? А ты чё стоишь, лопоухий? Давай, подходи, отними у него. Ну, глянь, а? Стоит. Подходи, отними у него, ешь. А тебе чё, жалко, да? Жалко, не даёшь. Ох, вредина ты. Глянь, в одно рыло всё лупит, а? Всё, больше я вам так не дам. Теперь вам буду по отдельности давать. Одному в одном углу, другому в другом углу приходить. Да, больше не дам вам ничего. Что смотрите, а? Вот засранец. Глянь, один все жрет. Один все сожрал. Два кусочка осталось. Хлеб-то никто не хочет есть. Ах-ах-ах. Вот так вообще нечестно поступать. Вообще так поступать совершенно нечестно. Все, рыжий, все. Больше не получишь. Больше рыжий не получишь. В следующий раз принесу колбасы. Вон, черному дам, а тебе ничего не дам. Потому что ты наглая морда. Все сожрал в одну харю. Ну как так-то? Не стыдно тебе, а? Эх ты. Ну а ты че, лопоух, стоишь? А, ешь. Не хочешь? Ну все, давайте, пока. Все, я пошел. Все. О, куда несешь? Прятать? Все, наелся? Он, о, во, во, хоть отошел, дал второму пожрать чуть-чуть. Он машина едет. Сейчас. Хоть дал, отошел. А хлеба не хочете, да? Ну и ладно. Вот такие вот пироги. Ну все, давайте пока, пошел я. Доедайте хлеб. Не, хлеб, наверное, не будет есть. Не, не хочется. Колбасу сожрали, хлеб не хотят. Все, идут, идут. А ты чего идешь? Колбасы сколько сожрал? Все, хлеб не хотите? Ну все, хлеб больше вам не принесу. Все, давай, он нажрался, бока раздулись, пошли, все, пока.